нетерпение. Ladies and gentlemen, ACA League presents you first of three title bouts of the evening. Five rounds in ACA Heavyweight Championship of the World. Главный судья, Head Judge, Магомед Магомедов. Судью клетки от Cage Side, Your Judges. Артур Шайхов, Иван Юрьевич, Фарид Нагаев, Андрей Ковалев. All from Russia, ваш судья, хронометрист. Your Timekeeper, Амир Гитина Магомедов. И со звуком сирены, ваш рефери в октагоне. Well, the siren sounds, your referee judge, Максим Протасов. All from Russia, все Россия. Итак, представляю вам соперников. И первым бойца в синем углу, претендента на чемпионский пояс. Ladies and gentlemen, introducing to first fighting out of the blue corner, the challenger. Ему 35 лет. Рост 182 сантиметра, а вес 120 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 22 победы, 7 поражений и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 35 years old. He stands 182 centimeters tall, official weight 120 kilograms even. As a striker with professional record 22 victories and 7 defeats, дамы и господа, из Махачкалы, Россия, претендент Салим Кирей, Кубанский танк Расулов. Его соперник в красном углу клетки, обладатель чемпионского пояса. Ladies and gentlemen, his opponent across the cage, fighting out of the red corner, the champion. Бойцу 36 лет. Его рост 185 сантиметров, а вес 119 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 16 побед. 5 поражений при одной ничьей, один бой признан несостоявшимся, и его стиль борьба. Ladies and gentlemen, he 36 years old, standing 185 centimeters tall, official weight 190 kilograms even. As a wrestler with professional record, 16 victories, 5 defeats, 1 draw and 1 no contest. Дамы и господа, царствующий на чемпионском троне ACA в тяжелом весе. Ladies and gentlemen, he's the reigning and defending ACA Heavyweight Champion of the World, representing Nashville, Tennessee, United States. Here is Tony the Hawk Johnson. Парни, внимательно слушаем моей команды и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали, touch gloves. Итак, сумеет ли Губденский танк сегодня переехать Халка из Нэшвилла? Холодок бежит по спине, честно сказать, потому что такие габаритные парни. И это может не зайти очень далеко. Тяжелейшие удары могут привести к досрочному завершению. Статистика была на ваших экранах. 35 одному, 36 другому. Опыт вполне сопоставимый. С точки зрения позиции, ну, наверное, Тони выглядит предпочтительнее. Третья защита титула Тони Джонсона. Итак, смотрим. Многие предполагали, что как раз будет форсировать события Тони Джонсона в первых двух раундах и будет стремиться к борьбе. Говорит Али Исаев передвигаться Салимгирею Расулову. Вот при всей своей кажущейся огромной массе Тони Джонсон, да, действительно идет в борьбу. Тони Джонсон обладает очень мощным и быстрым взрывом. Вцепился в одну ногу, перевести пока не удается, по две продолжается клинч. Да, попытка в одну ногу не удается, Салимгирей не дал себя перевести. Очень важный момент, потому что Расулов уверен, что в стойке у него будет преимущество. И действительно, он хорош на руках, учитывая его базу рукопашной борьбы. И учитывая тот темп, в котором может работать Салимгирей. Разрыв дистанции. Да, просит Али Исаев постоянно двигаться и быть более вариативным. Но идет вперед, конечно, Тони Джонсон. Напарывается на удары и рассчитывает на то, чтобы быстро завершить этот поединок.
За правый прямой и промахивается здесь Тони. Он, как всегда, нетороплив, размерен. Пытается достать с дистанции. Но никакой паники абсолютно в действиях Салимгирея нет. Джеб неплохо от американца. Хороший джеб уже от Расулова. Оверхенд. Нокаут! Нет! Да! Все! Браво, Салимгирей Расулов! Вот это да! Переехал губденский танк Халка! Невероятно! Просто невероятно! Определенная эпоха в ИСЕИ, можно сказать, завершилась. Вот тот самый удар и падение вперед. Нет, его не обесточил, еще несколько ударов нанес. Максим Протасов для награждения. Добро пожаловать до последнего. Президент лиги ACA Алексей Яценко. Время остановки боя минута и 40 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 1:40 of round number one. Техническим нокаутом. Добивание. Одержал победу и стал новым чемпионом мира ACA в Тишалом Фесе. Your winner by technical knockout punches. And the new ACA heavyweight champion of the world, Салимгирей Губденский танк Расулов. И он получает от генерального партнера турнира букмекерской компании 1x ставка специальный сертификат на 150 000 рублей.